Добрый день. Очередные записки нашему почтальону отправляем вашим питомцам. Самое интересное, что в Петербурге есть праздник «Белые ночи». Почему в Петербурге нет «Темные ночи»? Когда в 5 часов, или в 4 часа уже совсем-совсем темно, да? Белые ночи сменяются черными ночами. Нет, надо праздник назвать «Черные дни». Черные дни, вернее. Белые ночи и темные дни. Пишите, ваши питомцы ждут. Осенька передаст.